Всем привет, народ! Сегодня достаточно такое спонтанное видео получится и получается, так как сегодня необычный вид подготовки. В общем, кто смотрит мои видео и подписан на канал, кто этого еще не сделал, обязательно подпишитесь. У нас идет подготовка к спартакиаде сильнейших. И мы ходим по комбинациям, шестерки, соскоки делаем отдельными тренировками. Все это можно увидеть у меня на канале. Так вот, сегодня у нас по плану 6 снарядов по 2 комбинации. Но я сорвал спину. Она у меня затейпирована, это я вам покажу. И пришла такая идея нам с Андреем Игоревичем, что сделать шестерку всю на коне. То есть я буду делать по 2 комбинации каждого снаряда. То есть вот у меня, допустим, на кольцах база 3,6, я буду делать сейчас кольца на коне. То есть буду делать 3,6 два раза. В общем, как я уже объяснил раньше, видео спонтанное. И, в общем, вот так по каждому снаряду. В сумме за сегодня я должен сделать 12 комбинаций на коне. Посмотрим, что из этого получится. Не забывайте поставить лайк и приятного просмотра. Первый снаряд готов, база 3,6, кольца, идем дальше. Так, это вольное упражнение, база 4,2. Идем дальше. Вот скажи, комбинация, сравни, вот одинаковая база у тебя на вольных и на коне. Какая тебе легче дается физически? Канаты пошли сразу. На коне. На коне легче? Ну да. И по кольцам также? Да. Ну и сейчас, да. То есть на коне для меня вот 3,6 особо труда не составляет. Ну давай проверим брусья. Давай, давай.
надави. Сильнее рукой. Сильно ударился, конечно, в ручку. Шестая комбинация, к сожалению, не зашла, уже силы не те, как в начале. В общем, 4-8 вот это было брусья, остальные три снаряда на второй тренировке. Ну и как с брусьями, если сравнить? Ну ощущения уже одинаковые, что на брусьях доживаешь, что на коне лишь бы дотерпеть. Так, ну началась вторая тренировка. Я начинаю со снаряда перекладины. Приблизительная база на перекладине у меня 3,5 вала. Сейчас я буду делать это здесь. Андрей Игоревич. Перекладина и покончена. На этом снаряд перекладина закончен. Переходим на опорный прыжок. Красота! Пятый снаряд закончился. Так, я какой делал? Это прыжок. А, прыжок? Прыжок. 4.0. Догони. Остается самый труд. Эти 5. Да, на 1,5 балла больше, чем сейчас сделал. А хорошо пошло. Я промазал.
Ну и за сколько, вроде так-то все элементы считать, и за сколько С, база там 5,2. Вообще 5,5 должно быть. Еще вторая. Ну чё, блядь, нормально? Давай. Комбинация идёт у него нормально, 30. А, это ещё комбинация? Ну да. Так, ну это мои комментарии спустя 12 комбинаций на коне. Да. Поначалу все шло хорошо, но вот моя главная задача на коне, это, конечно, собирать самого свою комбинацию на коне базой 5,5. К сожалению, у меня не получилось. Наверное, я чуть-чуть подустал. Ну, скорее всего. Но я старался как мог. Время еще есть до начала соревнований. Надеюсь, эта тренировка однозначно пойдет мне на пользу. Поэтому ставьте лайк, если вам понравился такой формат видео. Подписывайтесь обязательно на канал. Спасибо Андрею Игоревичу за такое предложение с сегодняшним днем. Все, всем спасибо, всем пока.